Приветствую зрителей моего канала. На днях со своим коллегой по Ютубу Сергеем Пановым, Серега, привет, мы обсуждали, как можно сделать простой разметочный циркуль. И вот я хочу рассказать о техноработах, которые я использую в мастерской. Есть у меня вот такая вот самодельная разметочная решина. Я уже снимал о ней видео. То есть один узел у меня готов. К нему я добавил просто планку с заточенным саморезом на конце. Кстати, тут в конструкции у меня вот такая вот нажимная планка. А под ней для уменьшения трения шарик от подшипника. Поэтому винтик зажимается и разжимается очень легко. Так. Вот я просто вставляю таким образом. Зажимаю и получаю циркуль. Если мне нужно работать с размерами поболее, то для этих целей у меня есть другая направляющая, уже более серьезная. Это вот такой вот алюминиевый профиль, точнее это половина профиля, который используется для производства витрин. Вот такое вот сечение. Здесь была точно такая же половина. Этот профиль я перерезал на две части. Из большей сделал направляющие для торцовки, а меньшую использую в качестве решины и в качестве циркуля. Значит, для этого я вот таким вот образом заточил болт М6. И благодаря пазу я имею возможность этот болт и перемещать, когда мне нужен, скажем, другой размер. Ну и также надеваю карандаш, зажимаю на необходимом размере. Кстати, покрашен окрас, это для того, чтобы в мастерской легче находить. Потому что иногда бывает бросишь, а потом никак не можешь увидеть, где это лежит. Или радиус побольше. И еще один самый простой способ, что называется на скорую руку. Два бинтера, большой и маленький, та же планка, карандаш и саморез. И делается это вот так вот. Раз. Два и три. И получаем циркуль. Вот так вот все просто. Кому понравилось, ставьте лайки. Задавайте вопросы, если что не ясно. В комментарии, конечно, пишите. Добавляйте видео себе на канал. С друзьями делитесь. Подписывайтесь. Кто это еще не сделал. Кстати, посмотрите в настройках своего канала, чтобы стояла птичка, показывать новые видео с моего канала. Ну и встретимся в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за внимание.